Девочки, всем привет-привет! Снимаю очередное видео осенних покупок для моих девчонок. Снимает со мной мой кот, как всегда, любитель вещей. Значит, как вообще проанализировал это видео, которое у меня на канале. Одни из самых популярных все-таки видео про покупки. Я обращаю внимание, что я сама на самом деле там смотрю тоже часть или какие-то мастер-классы, или тоже видео о покупочках. Вот поэтому снимаю вам очередное видео. Кстати, сразу анонсирую, сейчас после этого видео сразу, наверное, буду снимать. Выйдет видео очередной распродажи вот Надюшки. Там будет очень много всяких разных курток и обувь. Такая повседневная одежда там нет, а именно куртка, потому что расхламлили мы гардероб. Явно весной все эти вещи ей уже будут малы. Нужно освобождать место для новых нарядов, поэтому старые наши все, ну, как бы курточки, которые мы носили, я выставляю на продажу. А сейчас давайте посмотрим, какие же наряды я приобрела в последнее время для моих девчонок. Значит, первое — это вот такая вот красивая флисовая курточка. Брала я ее с расчетом на садик. Пока нам садик не дают, значит, вообще говорят, что когда будет 2,9, но надеемся, что после Нового года уже наконец-то пойдем в садик. Эту кофточку я заказывала в совместных закупках из Германии. Сейчас я вам покажу ее поближе. Здесь вот такие объемные бантики у этих кроликов. Такая вот со стразиками коронка. Прикольные здесь такие рюшечки. Здесь вот, как всегда, у немцев очень классно сделана шейка. Единственное, я вот не знаю по поводу вот этой здесь рюшки, не будет ли она ей натирать. Ну, посмотрим. Здесь вот бархатная такая полосочка, по идее, поэтому не должна. Размер я взяла 2-3 года, но она достаточно большая такая. Вот, рукавчики тоже здесь вот с рюшечками. Она такого светло-молочного цвета, очень милая такая вот кофточка. Следующее, это я прям буквально на днях купила в офф-прайсе. Ей такую вот теплую кофточку. Она внутри вот с таким вот как флисовым начесом. Это Том Тейлор, размер 92-98. Значит, вот со скидкой она стоила, так она вот 20 евро с границы стоит, так она стоила вот 899 рублей. Очень мне понравилось. У нас вот типа такой есть с кошечками, но она тоненькая, в ней уже прохладно, а с горлом она казалась... Надя кофту категорически не любит. То, что такие животные, такого кирпичного цвета, очень мне понравилось. Так, следующее. Вот такие кофты я взяла для такого фэмили лука, можно сказать, одинаковые Насте и Наде. Но оказалось, что Надя категорически не приемлет водолазки. Я вот сейчас эту кофту как раз буду продавать. Она очень приятная, такая мягкая, и большая, и маленькая, они одинаковые, со стразиками. Здесь она такая как кашемировая, причем что горло достаточно хорошо тянется, она достаточно мягкая, нигде ничего здесь не корябает, размер здесь 92. Ну и плюс я немножко промахнулась с размером, надо все-таки было брать 98, потому что она ей коротковата, поэтому эту кофточку буду продавать. Здесь вот такая надпись, брала я ее в Детском мире. Вот, две одинаковые. Настя с удовольствием своей ходит, а вот Надюшка нам, к сожалению, не подошло. Вот такая вот кофточка. Дальше вот такое красивое воздушное платье. Это я заказывала, распродажа была летней коллекции в Германии. Это натуральный хлопок. Я его даже еще сильно не отпарила. Здесь вот такое вот кружево шитье. Здесь вот хлопковая такая, как ситцевая подкладочка. Ленточка тут такая вот атласная. Сзади оно на молнии. Такое нежное, воздушное, нарядное летнее платье. На следующий год оно нам будет как раз очень хорошо, нежно такого, оно как пудрового цвета. Очень люблю такой цвет. Сейчас себе часто вещи такого цвета покупаю. Поэтому вот с удовольствием ей заказала, и стоило оно совсем-совсем недорого. Так, на этом Надюшкины вещи пока подошли к концу, и переходим к Насте. Ну, вот точно такой же свитерочек, водолазочка. Это я приобретала для Насти. Она в нем ходит в школу. Сейчас, правда, жарковато в школе стало, поэтому уже не одеваем. Но очень как бы приятный, тоже такой цвет нравится. Здесь такие вот разики красивые. В общем, Насте я уже беру на рост 146-152 все. Так, следующее — это кофта вот с таким классным пушистым кроликом. Кролик этот здесь вот объемный такой. Это я купила в Остине. Очень мягкий такой свитер. Размер у него 152 сантиметра. Так, сейчас у нас сфокусируется. Вот 11-12 лет. Ей как бы в самый раз.
У него сзади, видите, немножко длиннее, чем спереди. С джинсами смотрится очень здорово. Очень мягкий такой теплый свитерочек. И следующий тоже он такого же плана. Это я покупала ей в Биаба Kids. Стоил он, конечно, не очень мало. Вот. Но очень мне понравилась расцветка такая яркая. И с джинсами, и с брюками. Он вот, уже без всякого каких-то аппликаций, рисунка. Можно и с брюками, и с джинсами одевать. Очень яркий, такой приятный. Тоже такой вот он. Там в составе есть немножко шерсти. Вот, тепленькие такие. Тоже он на 152 рост. Так, и еще котик мой не отдает. Так, вот. Это тоже я заказывала из Германии. Вот она сейчас в такого плана кофточка ходит в школу. Тоже 146-152. Это такая вискоза мягкая. Тоже молочного такого цвета. Под форму, под жилеточку. Это одеваем мы. Такого плана кофточки. Очень легенькая, мягкая, приятная. Так, на этом вещи в основном закончились. Теперь давайте посмотрим по мелочи. Также это все теперь уже и совместно закупок. Я заказывала колготки для Нади. Ни разу еще не заказывала. Вот взяла на промо. Вот эта вот фирма. Очень много у нас вещей этой фирмы. Одни вот такие с сердечками розовенькие. Вот. Фирма немножко больше мерит. Поэтому вот этот размер 86,92 нам в самый раз. Такие мягенькие, очень хорошие по качеству колготки. А вторые, они... Сейчас очень модные расцветки. Они вот с такими здесь кошечками. Не буду отрывать, пока мы их еще просто не одевали. Здесь вот мордочка. А, вот так вот. Мордочки здесь видно. На коленочках вот такие кошачьи мордочки. Очень классные. Есть такие с Алиэкспресса. Они тоже неплохие. Но качество этих колготок, конечно, очень классное. Здесь 2% всего эластана. Ну, в общем, очень здорово. Здесь вот что-то какие-то надписи много всяких разных. Ну, в общем, колготки по качеству очень хорошие. И стоили одна пара в районе там всего 180 рублей по цене. И качество очень классно. Так, дальше. Заказала я очередной комплект белья для Настены. Только что-то как-то трусики немножко великоваты. И заказала ей уже вот такой вот бюстгальтер. Детские, но такие уже большие девчонки. Она говорит, что ей неудобно переодеваться уже в физкультуру, снимать майку. Вот, и поэтому купила такой комплект. И она очень довольна, прям вообще счастлива. Так, также для Надюшки заказала набор трусиков. Это тоже вот немецкие. Взяла тоже там по акции на вырост. Они нам сейчас чуть-чуть великоваты. Пусть пока лежат. Такие вот с мини. Здесь еще розовенькие и черные. Размер уже я взяла, по-моему, 98-104, если я не ошибаюсь. Да, 98-104 сантиметра. Но в любом случае, к весне уже нам будет нормально. Так, и еще к нам уже, тоже я почему-то все время забыла снять. В начале сентября к нам пришли кроксы, которые мы заказывали еще в июле. Но, в принципе, ничего страшного, они оказались очень классные. Мы их сейчас одеваем в бассейн, ходим в бассейн. Здесь такая объемная апельсинка. Таких у нас в России я не видела. Очень хорошо держится, кстати, на ножке удобно. Так вот они. Расцветка такая приятная. Они нам чуть-чуть великоваты, но вот за счет застежки нормально держатся. Поэтому я думаю, что ничего страшного, даже что они к нам пришли попозже, потому что все равно для бассейна нам нужна была какая-то такая обувь. В шлепках она категорически ходить не может. А вот эти вот очень удобные. Очень классные кроксики. Это были все наши последние покупочки одежды. Ждите видео с распродажей одежды и обуви. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Ваша Татьяна.